Я буду учиться в школе номер один. В какую школу отдать ребенка? Перед семьей Крашенининых такая дилемма не стояла. Старший брат Алены – ученик Пушкинской, и подружки по танцевальному кружку выбрали первую. Да и папа – выпускник этой школы. Поэтому однозначно в школу номер один имени Александра Сергеевича Пушкина. Если честно, это было уже решено давно. То есть выбор мы не выбирали. Мы знали четко, что пойдем в первую школу. Много споров возникло по поводу 310-го федерального закона, который приписывает ребенка к школе, приближенной к месту жительства. Но дает школе право принимать на свободные места детей из других районов. Выбор существует всегда. Тем более, как сказал в интервью пресс-службе ВСМПО директор школы номер один Владимир Попов, руководство школы готово идти навстречу ученикам. Что бы я хотел сказать родителям будущих первоклассников первой школы, то, что... чтобы не боялись за то, что дети как бы будут учиться не в родных стенах. Во-первых, этот год показал, что у нас налажены очень хорошие взаимоотношения с 14-й школы, полностью взаимопонимание с администрацией школы, с педагогическим коллективом, который работает. Я бы хотел сказать, что школа номер один имеет достаточный потенциал. Это кадровый потенциал, то есть хорошие учителя будут принимать, набирать первые классы. Это соблюдение санитарных норм для первоклассников, то есть обучение в первую смену. Ну, все вот моменты, которые касаются организации образовательного процесса. Обеспеченность и учебниками, и какими-то, значит, там пособиями, и всем тем, что необходимо сейчас для реализации федерального государственного образовательного стандарта. В новом учебном году образовательный процесс школы номер один также будет осуществляться на территории двух школ. Школы 6, где учатся среднее и старшее звено, и 14-й – начальные классы. Автобусы до 6-й школы будут ездить в прежнем режиме. Прием документов продолжится в течение лета, но стоит поторопиться уже сейчас. В Пушкинскую уже записались 28 первоклашек. И еще об одном хотелось сегодня сказать. Нынешние первоклассники в числе первых учеников переступят порог нового здания Пушкинской школы. Проект, который уже полностью выполнен и в ближайшее время, утвержденный в госэкспертизе, будет готов к реализации. Это будет самая современная и одна из лучших школ Свердловской области, учиться в которой будет комфортно и интересно.